Йотафон 2. Это УД-201, еще, по-моему, 206 есть. Значит, по нему я хотел показать, как сделать хард-резет. Сделать сброс заводских настроек. Не хватает, тут совмещен с плюсом-минусом. Не пугайтесь, вот разъем для сим-карты. Плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжить держать. Загорел заставка, экран загорелся, мы питание бросили, плюс держим. Если кто-то зашел на видео по запросу, как разблокировать его от оператора, то при прошивке можно оставить китайский модем, и тогда он будет видеть, ну, видеть все остальные симки, так может не работать с нашими операторами. Значит, в самом рекавере выбираем Wipe Data Factory Reset, нажимаем питание, выбираем Yes, Delete All User Data и нажимаем питание. Я его сейчас прошивать попозже буду, поэтому я его не делаю, сброс смысла нету. Вы выбираете Yes, у вас побегут строчки, последняя строчка будет Data Wipe Complete. Это будет означать окончание сброса. После этого выбираете Reboot System Now, и он пойдет перезагружаться. Вот, в принципе, и все. Все данные удалятся, аппарат должен быть заряженный. Если вдруг у вас какие-то данные на нем есть, сохраните их заранее, потому что действительно все сотрется. И если, конечно, стоит графический ключ, что-то такое, то сохранить у вас ничего не получится, просто нужно смириться с потерей данных. Делаете за деньги разблокировки из каких-то графических ключей и так далее, снимаете, то берете с человека документы, подтверждающие факт покупки. Чек покупки, гарантийный талон, еще какие-то моменты, где будет имейл или там серийный номер аппарата. Все действия с краденными, найденными, ворованными устройствами, то уголовно наказуемые деяния. Связываться с этим категорически нельзя. Ну, также, если есть в параметрах разработчика пункт с OEM разблокировкой, так, у нас тут симка стоит, сейчас он будет фонить, включаете ее перед любыми манипуляциями, какими-то прошивками, но потом нужно будет выключить, чтобы при краже либо при утере человек не мог разблокировать загрузчика. Здесь, по-моему, нет даже такого пункта. Да, действительно, нету. Хотя параметр разработчика теперь знаете, где включается. Режим прошивки на нем это минус и питание. Иногда нужно минус зажать, подключить компьютер, он тоже упадет в режим с надписью «Downloading». Вот. Прошивки есть разные, есть и под рекавери, есть фо под Yota Flasher официальный, через ADB он шьется. Ну, в принципе, если сброс не помог, всегда нужно первым делом гуглить прошивку, потому что в ней в прошивке обычно исправляются все косяки. Ну вот минусы питания приводят к режиму прошивки. Подключаете к компьютеру, как ADB устройство, он увидит. А если хотите перезагрузить аппарат с несъемной батарейкой, зажимаете минусы питания на 7-10 секунд, и он у вас должен будет перезагрузиться. Это такой способ для аппаратов с несъемными батарейками, что для телефонов, что для планшетов. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала по листе «Полезное». Попасть можно с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.